Я от всей души поздравляю коллектив информационного агентства «Тульские новости», ее бессменного руководителя Андрея Мазова, которые, на мой взгляд, отличаются объективностью, доступностью и информативностью. Регулярно читаю «Тульские новости» и получаю информацию о тех событиях, которые происходят на Тульской земле. И считаю, что образованное в 2008 году информационное агентство очень много дало тулякам. Предоставление правдивой информации, даже порой с журналистской изюминкой, дает возможность не только получить информацию о том, что происходит в области, но и сделать собственные выводы и поразмышлять, как нужно решить тот или иной вопрос. Я искренне желаю успехов, дальнейшей творческой, продуктивной работы во благо развития информационного пространства в Тульской области, ну и во благо всех туляков.